Сәлем алейкум, мүбәрәк жұма күні, епіңіз үшін қайырлы олсын. Киевте саат 7:30, бүгін Хырмышғалының 695-ші күні. Эфирде Заман студияда сіздермен Шевкет Аматуллаев, сәлемлайым. Ярмадада домыз гриппы тарқала. Бүгінге 7 инсан H1N1 гриппінен хасталанғанны таздықладылар. Қырымның баш санитарикі Наталья Пеньковская білдіргеніне көре, бұл эпидемия көстергіші деген, ләкен вазиет эпидемияға яқынлаша. Кечкен автоға незбетен хасталық севиесі 73%-ға артқан. Белеке Украинада домыз хасталығындан гриппінден 60 инсан еляк олды. На сегодняшний день мы имеем 7 случаев лабораторно подтвержденных, определенных как вирус гриппа А, H1N1. Хочу отметить, что удельный вес возбудителя вируса гриппа А, H1N1 на сегодня в структуре всех лабораторных случаев составляет 53%. Температура длится от 3 до 5 суток, высокая, очень сложная, иногда поддается жаропонижающему подействию. Поэтому это надо учитывать. Плюс очень сильная головная боль, боль в суставах, в мышцах, выраженная слабость. И плюс присоединяется катаральное явление, сухой навязчивый кашель, насморк, першение в горле. И вот эти состояния, оно очень тяжелое. Номан Челебиджихан адына Крым татар батальонына 250 инсан язылды. Батальон Херсон велиетінде тізіле. Бірлешме Украина арби куветлері яда ішкі ішлер назерлігінің теркібінде олажағы чезілмекте. Тавсилятылыжа Эльвина Сейдбулаеваның левқасында. Бұйерден енді қырым көріне обырын қач метрді едір. О яқын олғаны кібі оледі ұзақ. Айнымында қырым татар батальоны тешкелетіле, ве о қырымны ішғал жилерден бошатачақ. Осенью прошла повестка мне в российскую армию. Я, получается, взял украинский паспорт, пошел в военкомат. Боғлан Қырымдан, оның яшы 20-ден біраз зәді. Күзде Русь ордысына қызмет етмек үшін жілтінаме кетірділер. Ишғалчілерінге қызмет етмеге рет етті, қытаға көчті. Адыны ве юзыны ғызлей, соляр үшін рацызлана. После диплома, как я получил диплом, я опять стал военнообязанным. Пошел в военкомат, говорю, почему, говорю, мне прислали повестку в российскую армию, говорю, если я являюсь на данный момент гражданином Украины. Я решил после данного случая выехать. Вас один раз приглашали или по несколько раз? Повестка меня один раз приходила. Бізәртекнен сынырда қорыштық ойсе, оның тағдырны екіге болды. Ишғалден әвел весон. Генч әйженлана. Ана бабаларының әві яқын, ама агрессор анда олғаны үшін қайтып оламай. После того, как объявили набор именно в наш батальон именно Номана Челебиджихана, я пошел именно туда. Произошли те события именно в 2014 году. После него как-то мне сказать, Крым стал какой-то серой зоной. И я больше не мог там уже находиться. Крым татар батальоны НАТО стандартларына бинайын тешкілетілейджек. Қайдетті Крым ватандашлық блокадасының елбашысы Ленур Ислямов. Айтқанына көре батальонға 250 инсандан зияды енді язылды. Не важно же, сколько шакалов на вас нападает. Важно, сколько у вас львов, которые готовы с этими шакалами сражаться. Я отношусь к категории тех людей, которые не верят в мирное освобождение Крыма. Это мое субъективное мнение. Я все-таки не потому, что я готов сам сражаться за Крым. Я потому что вижу и понимаю, что другого варианта не будет. Но опять же, это мое субъективное мнение. Мы должны быть готовы к этому сценарию. Қырым батальонына 580 инсаны алмаға көзде тұталар. Олар арби құветлері яда милиция қанында олачағы шымды оғренілі. Мы говорим о подразделении, которым будут служить люди, которые были вынуждены покинуть Крым. Сыновья, которые достигли призывного возраста, они могут призываться в это подразделение. Там могут служить выходцы из Крыма, которые по контракту, они по контракту будут защищать свое государство, Украину. Там могут служить дети тех людей, которые сегодня живут в Крыму. Батальонға чешет милетвекілері кребіле, ама бір шарты бар. Емек әл алылмалы, демек ислам қануларға бинайын. Эльвина Сетбулаева, Эльдар Эсматов, Заман, АТР. Қырым блокада штаб елбашысы Ленур Ислямовқа қарашы дабыр жинайы шачқанлар. Бұ ақта Қырымның рус прокуроры Наталья Поклонская білдірді. Исламовны Херсон велетінде санки қанунсыз батальон тешкіл еткенінде қабатлайлар.
Ләкен беллеки батальон Украина территориясында Украина қанунлары эсасында топлана. Ләкен Русиеде блокада штаб елбашысын федераль қыдыруына илян еттілер. Кечінлері есе қырымтатар халқы лидерлері ве Украина халқ депутатлары Мустафа Джемилев ве Рифат Чубаровны халқара қыдыруға илян еттілер. В отношении Джемилева удовлетворено ходатайство следователя и мера пресечения избрана в виде ареста, заключение под стражу сроком на 2 месяца с момента задержания. Кроме того, сегодня было принято решение по материалам прокуратуры Республики Крым, следственным отделом УФСБ России по Республике Крым о возбуждении уголовного дела по факту незаконного формирования вооруженного батальона на территории Украины. Қырымда рус ишгалчилери бір қач қанлы провокацияларын азырлай, терактларына Қырымда сияси қаршылыққа кедер етмек ве Донбастаки вазиетіні кергенлештірмек үчін азырлайлар. Бұны Джахар Дудаев адына батальон командирі Адам Усмаев білдірді. Ишгаль улынған Қырымда терактларына Чеченистан чинкеверлері Кадыров тарафындан азырлай. Шымды олар енді ярамадада. Буақта Джахар Дудаев адына батальон елбашысы Адам Усмаев сесілендірді. Айтқанына көре терактларына Ахмечетін бірінқаш көшесінде бейджермеге планаштыралар. Вокзалларда православ кеселелері керіш паром кечетінде. Террористические акты должны произойти на Куйбышевском и Центральном рынках Симферополя, а также на трассе Симферополь-Ялта, Ангарский перевал. Не исключено, что диверсия будет проведена и в городе Севастополе. По предварительным данным, будет подорван один из кораблей Черноморского флота Российской Федерации. Терактлар олган ерге Украина активистлерінің телефон номерларына ташлачуақлар. Бу Адам Усмаевнан, Қырым ватандашлық блокада штаб елбашысы Ленур Ислямов ве Қырым татар халқ лидері Мустафа Джемилевнің номерасы ола білі. Бунин бірабер патлаф олган ерлерде Чешит Гонул батальон Азов шифронларына, яни Омус тимсалерына ташлай білелер. Оларның Ахмечетте енді 200-ден зияде бастырғанлар. Делают провокацию под нашими шевронами, например, какую-то. Потом они находят как визитку Яроша, допустим, там находили где-то, также находят там наш шеврон, и при этом при обысках какую-то запрещенную литературу, и в частности принадлежность и к ИГИЛу, и к нашим батальонам. Ярамадада азырланған провокациялар ақында Азов полкында да білелер. Сонки вақытта ФСБ хадимлері Азовда қызмет еткен қырым сәкінлерінің евлеріне келелер. Естесіна етмейлер, оларына да теракта қабатлай білелер. Мы уже сталкивались с таким явлением, как какие-то якобы теракты, которые пытался полк Азов устроить в Крыму, как он будет пытаться. Ну, я считаю, что это абсолютно все чушь. И как бы ни один здоровый азовец, который сейчас находится здесь, из Крыма, он обратно не будет ехать, пока территория не будет освобождена. Ярамадада да қанлы провокацияларнен Москва Минск анлашмалары бейджерлемесінің бозмаға істелер. Украин гонул аскерлері айтқанларына көре, бұл вазиетнен қоланып, Русиядан басқа басқы башламаға планаштыра. Наталка Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Қырымда Полониядан келген журналист ве блогерлер болуна. Оларның зияретіні польско-русский диалог ишбірлік бірлешмесі азырлаған. Тешкілячылар білдіргенне көре журналистлеріні Европаға ярмада қында доғыры мәлімат берсінлер деп кетіргенлер. Бірінші оларақ мұсафырлерге керіч паром кечтіні көстергенлер бұне бәрабер Қырымнан рус акиметі ве Қырым уфтисінен көрішіп кечірділер. Мұсафырлерге атта құрылажақ жұма жаменің бош мейданын да көстерділер. Напишут и хотя бы в какой-то степени польское общество узнает об истинном положении дел и в России, а многие из них, практически половина, никогда не было вообще в России, не только в Крыму. Я очень рада, что здесь приехала, узнала очень достойных, достойные персоны, можно было с ними поговорить о очень важных здесь событиях. Москва ве Лондон аралары кергенлеше, кечинлері Буекбритания махкемесі сабық ФСБ Хадим Александр Литвиненко өліміне Русия президенті Владимир Путиннің алақасы ола білгенін таздықлады. Литвиненко 2000 сенесі Лондонға қачқан еді, анда есе Путиннің тынқытыны девам еттірді. 2006 сенесі оны зерледілер. Таққат білдіргенне көре өлдіровны Путиннің қоруф идари хадима Андрей Луговой ве президентнан иш партнеры Дмитрий Ковтун вежергенлер. Бұйық Британияның Русия елшілігінде таққат нетижелеріні қанунсыз кібі көрелер, Путиннің матбуат катибы Дмитрий Песков таққатны Британия шақасы кібі изатлады.
То, что произошло, приводит в состояние шока. Этот доклад подтверждает то, в чем мы всегда были уверены, и в чем было уверено последнее лейбористское правительство, что это ужасающее убийство было осуществлено с ведома государства. Именно поэтому предыдущее правительство приняло решение выслать российских дипломатов, выдать мандаты на арест и отказаться от сотрудничества с российскими спецслужбами. И эти меры действуют до сих пор. Кишинев сухакларында наразылыклар девам эте. Молдавия ватандашлары кечелері парламент баш назир ве акимет азаларыны тайынлеген карарыны лягу этмеге талап эте. Буне берабер наразылык костергенлер парламентны таркатып яңы сайлавлар кечерілмесіні сеслендірелер. Декабрінің 20-де парламент баш назир вазифесіне демократ Павла Филиппны тайынледі. Инсанлар бу тайынленуына канунсыз кебі саялар, наразылык костергенлерінің темсілжелері спикернен корыштырлер, лякен о карарыны лягу этмейджегіні білдірді. Инсанлар талаплары еріне кетірілмегенне қадар парламент бинасы огынде қалажақларыны білдірелер, чадырлар тіклеп, гежелейлер. Украина алеухов юртларында қарымтатарлар үшін квоталар пейда олажақ. Ишғал етілген территорияларда яшаған абитуриенттер үшін ішлеп шығаралған яңы қанун лейхасыны Украина тасилве илем назиры Сергей Квит тағдим етті. Мезунларға ярмаданын рус мемуреті тарафындан берілген весеқалары көстерілмесі керекді көл. Олар үшін мақсус аттестация тешкіл етежеклер. Цей законопроект дає можливість Міністерство освіти і науки створити спеціальний порядок визнання кваліфікацій, здобутих нашими учнями і студентами. Тобто ми не приймаємо документи, але будемо перевіряти кваліфікації за спеціальним порядком. І друга ідея, яка закладається, це створення спеціальних квот для випускників шкіл з окупованих територій. В першу чергу це стосується Криму, і особливо це стосується кримсько-татарського народу, який перебуває в стані геноциду. Тобто це надзвичайно важливий законопроект. Шановні колеги журналісти, я до вас звертаюся з проханням, як ви будете давати цю інформацію, також повідомте про те, що Міністерством освіти і науки створені і вивішені на сайт Міністерства спеціальні списки шкіл. Такі школи визначені в кожній області, де можна прикріплюватися і навчатися дистанційно з окупованих територій, і також списки шкіл, де можна здавати екзамени екстерно. Сабаға сонки хабиріміз еді 11 бұчықта бұл студияда Украин тілі хабирлерінен Ескендер Меметовны қаршыланы скорыш кенже.